При финансовой поддержке администрации муниципального образования Кашхабльский район начался ремонт фасада здания Центра народной культуры, который планируется завершить до 1 сентября. Также предусмотрена замена 22 оконных блоков, так что уже осенью одно из самых посещаемых зданий в райцентре будет встречать гостей еще радужнее. В понедельник в здании Центра народной культуры начались ремонтные работы по замене 22 оконных блоков. То есть во всем здании Центра культуры будут заменены окна и ремонту фасада здания. Мы, конечно, очень рады этому обстоятельству. Заказчиком является наша администрация, оплачивает, естественно, тоже она. К 1 сентября все работы планируется завершить, но мы надеемся, что к 25 августа, то есть к нашему дню урожая, уже мы будем в новеньком отремонтированном здании.